Всем привет! Сегодня готовим перчик в банках. Сезон перцев. Такая закуска к столу будет очень кстати. Ее можно уже кушать через несколько недель после того, как вы приготовили. И спокойно оно будет стоять в шкафчике в кухне всю зиму. Каждую половинку я разрезаю на 3 или на 4 части. Все зависит от того, насколько перец большой. Дека застилаю фольгой. Поливаю растительным маслом. Не обязательно использовать фольгу внизу, можно использовать пергамент. Но я обязательно смазываю растительным маслом фольгу. И выкладываю сюда перец. Перец ничем не присыпать, просто вот так вот выложить плотненько один возле одного. Сверху закрываем фольгой и убираем в разогретую духовку на 200 градусов, можно 220, запекаем до мягкости. Значит, у всех разные духовки, поэтому по времени может быть по-разному, но в районе часа это точно. Пока перец запекается, подготовим заливку. Я почистила 2 головки чесночка. Приблизительно это где-то 100 грамм на выходе получается чеснока. Ну, 2 большие головки. И понадобится 4 вот такие острые перчины. У перца я только отрезаю вот эти вот стебелечки. Они не понадобятся. Вот так. Семена я ничего не убираю, потому что это будет острая закуска. Поэтому я не убираю. Разрезаем на несколько частей. Отправляем в блендер или можно в мясорубку, но в блендер быстрее. Сюда же отправляем чесночок. И все это дело перебиваем. Можно просто в мясорубке, но тут слишком мало для мясорубки. Теперь всю эту массу перекладываем в небольшую кастрюльку или в сотейник, где-то литровый. Сюда же заливаем 250 мл растительного масла, 250 мл воды, чайная ложка соли и 65 грамм, можно 70 грамм сахара. Все перемешиваем, ставим на огонь до растворения сахара. Оно должно практически закипеть. Я делаю так, чтобы оно не кипело, но как только я вижу, что оно уже вот-вот закипает, я отключу. У нас еще по рецепту идет уксус, но уксус я буду добавлять перед тем, как уже в банке я буду заливать. Я еще раз доведу до кипения, потому что пока у меня перец... Ну, в духовке, да? А это пока будет стоять и настаиваться вот в таком горячем виде. Итак, жду, чтобы это до кипения довелось. Сверху начала образовываться пена, она практически кипит. Я вам хочу сейчас показать вот эти первые бульбашки. Смотрите, видите? Вот. И снимаем. Все, пусть стоит, настаивается, пока мой перец еще запекается. Оно вот так вот стоит и настаивается. Когда перец приготовился, я возвращаюсь к своей заправке. Я вернула ее на огонь и подождала, чтобы она закипела. Как только она закипела, я добавляю сюда яблочный уксус. И еще раз жду, чтобы это все закипело и прокипело минуту-две. Складываю перчик в баночки. Когда это все закипело, я перекладываю сначала то, что остренькое, вот так вот в баночку. Так, а теперь заливаю вот так, чтобы хорошо все покрылось жидкостью. Так, смотрите, все проходит туда. Пока вот оно горячее. Как раз еще перец горячий из духовки. Так, еще делаем так. Берем нож. И вот так вот. Чтобы жидкость прошла. Вот как раз получается баночка. У меня здесь баночка чуть-чуть больше, чем 500 мл. Так. Ну вот так. Ну вот и все. Пока оно вот такое вот горяченькое, берем крышку, закрываем его. Вот так вот хорошо затягиваем. Переворачиваем.
Пусть вот так вот стоит до полного остывания. Смотрите, у меня немного осталось рассола, ну совсем чуть-чуть. В общем, на одну пол-литровую баночку 4 большие перчины. И вот так вот немножечко рассола еще остается. Ну, в общем, вот по пропорции вот так вот получается. Жду, чтобы полностью остыло. Чем дольше стоит, чтобы все вкусы, соленость, сам перчик в себя вобрал. Так, перчик у нас настоялся несколько недель. Чем дольше он стоит, тем лучше. Значит, может стоять всю зиму вот так вот в кухне на столе, вернее, в шкафу, и будет хорошо. Значит, можно перемешать, но я вот так вот специально, знаете, не перемешивала, видите, какой вот у нас тут заправочка. Можно перемешать, тут как захотите уже потом, так и подавайте. Сейчас же хочу достать вам чуть больше перчика, вот так. Посмотрите, какой классный. Перчик получается слегка сладковатый. Это настолько вкусный рецепт. Готовить будете сразу не одну банку, это я вам точно говорю. Обязательно попробуйте. Чем дольше такой перец стоит и настаивается, тем он, естественно, вкуснее. Перец настолько вкусный. Во-первых, если вы подойдите на стол и вообще не скажете, что это перец из банки, который вы там загатывали осенью, если вы, например, на Новый год подаете. Он имеет сладковатый вкус, он мясистый, обалденный. Вообще нет вкуса ни уксуса, ничего. Слушайте, просто бомба. Значит, по остроте мне абсолютно норм. Вот я не любитель слишком острого, и мне хорошо, чуть-чуть слегка подпекает, но очень приятно. Значит, кто не любитель острого вообще взагали, нихт, ничего острого, ну, добавляйте гораздо меньше. Хотя пусть чуть-чуть будет, это же так пикантно. Моя Настенька такое не ест. 4 года ребенку она острое есть не будет. Это так вкусно. Пол-литровая банка, это на один присест. 2-3 людям просто съесть пюрешечки без основного блюда. Он так вкусно съедается. Поэтому готовьте не одну банку, а больше. Просто что запекать перец надо в несколько туда приходов, чтобы больше баночек сделать. Ну все, обязательно попробуйте. Сделайте несколько банок, а на следующий год прям закатайте сразу 10 штук. И напишите мне комменты и отзывы, как вам по вкусу. Лучше открывайте такой перчик не через 2 недельки после приготовления, а через 2 месяцев, тогда аромат и вкус будет просто бесподобный. Все, жду комменты и отзывы. Приятного аппетита, целую, люблю, бывает и пока. Всем привет, я Ольга Матвей. Я люблю готовить и делюсь рецептами блюд на своем YouTube-канале. О еде с любовью – это моя первая интерактивная книга. Здесь собрано 130 лучших рецептов, по мнению зрителей канала, а также более 600 пошаговых фотографий приготовления блюд. Изюминка книги в том, что возле каждого рецепта есть видео. Нужно лишь отсканировать QR-код и перейти по ссылке. Смотрите, как это работает. Всем привет! Это канал «Готовить просто». Сегодня будем готовить очень вкусный фруктовый торт под названием «Тропиканка». Покупайте мою книгу и будем готовить вместе!